Всем доброе утро! Приветствую вас на канале Татьянин дом. Раскрутила я вот эту отверточный домик. Короче, вот такой он получается. Здесь много, они маленькие. Все вот эти насадочки, вот они такие кропотулечки. Вот они малюсенькие. И они вот вставляются вот в этот проем отвертки. Опа! Если получится у меня что-то. Вот так вот вставляется. О! Скорее всего, магнитит. Ага, он магнитится там внизу, он магнитится. То есть его даже не нужно прикручивать. Там внутри стоит магнит. Он, видите, он не вываливается. То есть он туда встал и все, и заштопорился. Здесь какие-то эти просто... Ну, это кнопочки, это не кнопочки, это просто, чтобы пальчиком было удобно держать. Да, их очень много, а я сейчас вот хочу выбросить свою старую сумку. Ну, вот это вот кожу ровненькие квадратики я отрежу на всякий случай. Может, где-нибудь, когда-нибудь пригодится. И у меня вот есть новая сумка. Новая сумка. Но у нее, когда я ее купила... У нее отвалилась собачка. Тут же вот на улицу вышла, и она у меня вот отвалилась. И мне нужно вот сюда, даже не собачка, а вот эта висюлька. Я ее вот от старой сумки, где она? Вот я ее от старой сумки оторвала, отрезала, так сказать. И хочу сейчас ее сюда прикрутить. Но чтобы ее прикрутить, необходимо ее отвинтить сначала вот... Здесь малюсенький такой. У меня вот такая. Но это с наборчика отверточка. А это у меня для очков. Я покупала именно очки прикручивать, когда вот дужка отваливается. Я вот такую купила себе. И она, вот это магнитик, когда ее... Она даже проверочная. То есть ее в розетку воткнуть, она показывает, работает, ну, не в розетку туда, к дырдочке поднести, она показывает огонек. То есть что это, что розетка рабочая. Какая-то интересная отвертка. Я спросила, мне нужна, говорю, отверточка, которой подкручивать очки. Тоненькая. Вот они мне вот такую дали. Она достаточно крепкая отверточка. Так что сижу, делаю сумку себе. Вот, но просто дело в том, что можно было, конечно, ее обменять на другую, но другой не было уже. А я ее уже вышла и купила, приобрела, а другой не было точно такой же. Поэтому я это летняя сумка белая. А это уже исходило себя, у нее и ручки вон выщеркались. И вот это сломалась молния. Она у нее высыпалась за столько лет. Я ее покупала в 2015 году, и она уже вот столько, 7 лет я с ней ходила. Поэтому вот сейчас я ее квадратики вот эти вырежу, куда-нибудь пригодятся. И что интересно, у нее подклад хороший внутри. Подклад хороший, не стрепался. Но замок, но сделать молнию 600 рублей. Сумка стоит, ну, подороже, за 2000 я покупала. Поэтому она уже, вида у нее нету. Ой, я так плохо спала эту ночь. Ветер, у нас такой ветер. У нас опять эти ветры. Не люблю эти ветры. Что-нибудь-то принесет. Дождь вчера обещали, дождя так и не было. И сегодня тоже вот она такая погода. Погода-непогода. Вот погода-непогода. Все точно гнало. По прогнозу должен в 9 пойти дождь. Будет, не будет, не знаю. Но сегодня четверг, я ничего не делаю. Я вчера положила на прорастание... И расцвела. На прорастание семена огурцов, тыквы, кабачков, патиссонов.
до пятницы полежат, корешки пустят. И я уже там, если пустят пятницу, не, может, не в пятницу, может, в субботу пустят. Я потом уже их рассажу в стаканчики. Так что вот такие дела. Вчера сходила, укрыла там все. Достаточно прохладно. Достаточно прохладно. Ну, вот такой у меня влог утренний. Коротенький. Потом я буду... Сейчас маленечко еще посплю. Маленько, то плохо спала. И пойду вешать гардины, да, утюжить. Ну, раз сегодня посадок никаких нету на улице, погода нелетная, поэтому буду заниматься такими делами. Сумку сейчас сделаю и пойду. Пойду застелю кровать, пойду утюжить. Ой. Даже что-то завтракать не хочется. Суп. Сока попила, и все, и не хочу больше ничего. Ни кофе, ни чая. Мне нравится вот эта штучка. Отвертка с насадками, 30 штук. Мастер Хант. Хотела же, мечтала. Я вот увидела там в суде у парнишки. И я вот задалась целью такую купить себе. Достаточно хорошо, потому что... Чем покупать там 200, да, отверток всяких разных. А здесь именно она такая мини-отверточки, совсем крохотные. И они всегда в хозяйстве пригодятся. Тут и биты вот есть. Вот одна бита, вторая, третья, четвертая, пятая биты. Для этого бита для шуруповерта. Вот она. Пятигранник. Пятигранник или четырех. Раз, два, три, четыре. Шестигранник. Это шестигранник. Даже она не для шуруповерта, она. Ну, как битые отверточные такие. Ой, самая тоненькая вообще вот. Самая тоненькая. Я довольна покупкой. Мечта сбылась. Мечты сбываются. У меня все мечты сбываются. Все, что хочу, сбывается. Сейчас хочу вот купить машину. Кредит одобрили, но я пока еще в банк не ходила. Я еще думаю. Я еще думаю, не знаю, какую хочу. Потому что на Друме посмотрела. Можно купить любую, но можно нарваться на мошенников. А это не хочется. Ну и потом ее надо будет застраховать. И налоговой там все это сделать. Надо найти кого-то, чтобы кто помог. Ну, у меня есть один знакомый риэлтор, который нам дом помогал. Скорее всего, можно с ним заключить договор покупки тоже. Съездить вдвоем, чтобы никто меня не кинул. А то и деньги заберут, и машину не дадут. Поэтому такие дела. И хотела же кухонный гарнитур купить в рассрочку. А они... В городе можно так купить в рассрочку? То есть покупаешь и в рассрочку забираешь потом. Вносишь там 15% сначала. А здесь в Хомутово-то надо половину стоимости. То есть если 80 тысяч кухонный гарнитур, 40 тысяч надо где-то взять. А у меня их нету сейчас. 40 тысяч. Вот. И она самая дешевая. Ну, это хорошая. Массив 80 тысяч рублей. Это дешевле. Потому что массив в городе, я смотрела, от 200 тысяч и выше, там, до 1,5 миллиона, до 2 миллиона. Кухонный гарнитур. Нафига он такой нужен здесь, в доме, такой гарнитур дорогущий. И меня опечалили то, что полы надо перестилать. А брус сейчас
Один куб стоит 24 тысячи. С ума сойти, просто с ума сойти. Ну, мне хотя бы посмотреть надо. Но это все надо вытаскивать куда-то. Плита холодильника 2. Шкаф, это со шкафа все вытаскивать. Все вот эти, ой, вообще капец. Потом снимать все плинтуса. Я уже тут новые поставила. А, нет, старые плинтуса. Плинтуса старые. Короче, сливать, снимать линолеум. И, а там ДВП. Ну, ДВП аккуратненько снимать. И снимать все полы. Это будет пыль и херова гора. Ой, вообще не хочу я это все делать, потому что это столько пыли, столько геморроя. Ну, прежде чем лестницу ставить, мне надо будет делать полы. Поэтому лестницу в этом году я не буду делать. В этом году надо сделать вот ванну-дверь, дверь с кухни в прихожую, поменять в спальне окно, и в зале окно поменять. И все. А, и дверь входную, потому что промерзает, больше ничего. Так что такие дела. Вчера ночью... Буквально ночью вчера варила в духовке картошку. Я вот в этой форме. Чайка тут лежит. Вот в этой форме, которая у меня каменная. Я в нее налила водички. И сварила картофель в духовке. Представляете, в водичке. Без маслицы, без ничего. Она вот так верхушечка запеклась. И вот эти котлетки тоже делала в духовке. А, чуть-чуть маслица, но жира практически нету, вообще нету жира. И они хорошо пропеклись с двух сторон. Я теперь только так буду делать, потому что на сковородке их жаришь, они брызгают масло, и оно растекает. Ну, это жирное сильно, а в духовке нормально. Поэтому вот такие дела. Ладно, всем... Буду заканчивать свой вкусный блог, интересный, доброутречный. Всем всего доброго. Пока-пока, до новых встреч.